Thank you.
Я видео снимаю, извините.
Нам эстонцам тяжело понять, мы по-русски не особо. Справа.
Вообще, понял тебя. Какой бы не забыть. Ага. Спасибо.
смажем пополам. Thank you.
У вас тут фигурки-то фигурку? Сейчас, ну я это самое, ну так уже уж. Женщина? Нет, маленький ребенок в курточке зеленой. Ребенок? Да. Уж извините за стукачество.
Thank you.
зарядки нет. Он сказал, зарядки нет. Ну, куплю. Вот сейчас он зарядка Так, это будет у нас...
Yeah.
Слушай, приехал вот это, обхохочешься до метро, опять рывки начались, опять по воде проехал. Ну я до метро доехал. Еще подумал, еду, думаю, лишь бы в пробке не встать. Пробка была, сегодня же рабочий день. А мне что-то из головы вылетело это. Да нет, ну вот как у нас тогда было, залило датчик водой, наверное. Потом постоял. Что она не рычала, там эти обороты гуляли, почему зарычала? Ну как у нас с тобой было, постоял и опять поехал. Ну до метро доехал, поставил машину. Ну. Так а, я не понимаю, что так и должно что ли быть? Я вот это не понял, с этим датчиком. Черт его знает, надо узнать мне у кого. Надо там поставить, от бировки надо колпачок поставить. Он такой, знаешь, вытянутой формы. Надо будет бировку у тебя взять, все, ну, пусты, банки. Вырезать и сверху его поставить и прикрутить. Чтобы туда вода не попадала. Здесь все. Я то же самое все уже видел 10 раз. Ну, тут то же самое украшение. Какие-то палантины повесили. Ну, наверху вот такие, знаете, эти гирлянды. Ну, такие, как будто палантин висит, знаешь. Я не помню, в том году так было или не было, черт кто знает. Вот. Да ничего особенного нет. Ну, так и у меня посмотришь, так будет красиво. Ну, еще да, все то же самое, видишь. Ну да. Народу много, видишь, рабочий день, я забыл совершенно, что рабочий же день. Ну да, да. Загул, да. Ага. Ну не знаю, я посмотрю это. Да, сейчас до Дворцовой дойду, до обратно, я не пойду там. Каким-то улицам я уже был, мне уже тошнит, честно говоря, от всего этого, не знаю. О, да нормально, я уже забыл, даже думал, кто. Не, сразу же нормально. Может быть, была ложная тревога, ну, что кто его знает. Я не знаю, сложно судить. Обрадовались вчера, сколько наелись, что мороженое ели или не ели. Не, мороженое, слава богу, я не ел, ты ела. И тебе хоть бы что. Это в пятерке, там все через одно место. Ну хорошо, что одно взяла, хорошо, что я отказался. Конечно. Нет, ну оно 40 рублей, нет, оно не может, на палочке оно никогда не было дешевым, что. Оно всегда было дорогое. Нет, стаканчик. Мы брали на палке, а я не помню, брали, но какую-то другую марку мы брали. Я не помню, честно говоря. Да. Вот я у Казанского собора, но елка как в том году. Ну такая, знаешь, ну, смешная, обычная совершенно. Да фонтан это Эрмитажный, как его, парк, как это, сад или Эрмитажный, сбоку от Эрмитажа, это Адмиралтейский проспект и Эрмитаж, и там дальше Дворцовый мост. Это там вот эти фонтаны. Ну, не знаю. Я уже видел 100 раз это. Мне вообще безразлично это уже. Поэтому... Да. Ну это вот эти папуасы из России приехали, им-то все интересно. А мне-то что это? Слушай, ну ладненько, ты знаешь, у меня батарейка разряжается, я не хочу, чтобы батарейка была полностью разряжена. Вот. Все, я даже телефон сейчас поставлю на полет, чтобы, ну, не тратить. Он разряжается, он постоянно включается сам и разряжается, понимаешь? Телефон. Вот. Ну я поеду, я тебе позвоню. Вот. Ну и хорошо, у меня ключи есть, безразлично. Есть. Да. Вот. Пойду сейчас. Давай, все. Ага.
этого обеспечены планы. Thank you.
Здравствуйте, меня Терпила зовут. Что вы снимаете здесь? Вы фиксируете? Merci.
Thank you.
Thank you.
сколько лет.
Mm-hmm.